Всем доброе прекрасное утро. Сегодня 17 мая 2024 года. Мы вышли с нашими девочками погулять. Я вот с чашечкой кофе. Да, с утра это ежедневная наша процедура. Девочки выходят на улицу, девочки живут с нами. Кто-то сейчас получит по попе. Есения. Есения. А что мы там делаем? А ну, быстренько. Выходи, выходи, ну, быстренько, вот так, видите, ух и хулиганки мои. Так, вышли на улицу гулять, первое все, как бы выбежали мы, и туалетик у нас, да, я вот с чашечкой кофе, это мое ежедневное такое мероприятие, вышла и... Хулиганки мои, я сделала вот эти вот заборчики специально, чтобы они не заскакивали туда. А они вот так вот мне тут прыг и все. Скажи, мам, ты для кого сделала? Так, что я вам скажу, дорогие друзья. Есть у нас прекраснейшая новость. Просто обалденная новость. Я вам сейчас расскажу. Так, немножечко погуляют мои девочки. Девочки живут с нами, поэтому они выходят, естественно, самые первые на улицу, да, феюшка? Моя золотая девочка, а красавица. Погуляют, в туалет сходили. Гуляем здесь только, туда за калиточку, на большую поляну, как я говорю, на большую землю не идем. У нас продолжается стройка, и там разложены разные строительные материалы, и чтобы мы не мешали, и чтобы собачки нигде не травмировались, мы гуляем пока здесь, да, моя Жайка, маленькая девочка Мичка в поиске мамочек и папочек, Жайка, микро-микро крошечка, девочка, красотулечка, ждет маму и папу, самый нежный цветочек, да, так, сейчас я поставлю чашечку, а то я тут... Ой, кофеёк свой держу, да. Такая сладкая, маленькая-маленькая, хорошая, нежная девочка, спокойная, но очень-очень ласковая и нежная, да. Девочка. Так, детки уже все погуляли, мои девчоночки. Вот, и теперь греются на солнышке. У нас была такая погодка нехорошая, прям такая какая-то она вся мокрая, слякотная. Два дня немножко влажная. Я вижу еще травочка, потому что смотрю уже девчонки, лапочки чуть-чуть их мокроватые. Ну, ничего, ничего. Так, что там? Что там, зайка моя? Идем. Нет, туда мы не пойдем сегодня. Ну, извините уж, ребятки. Как только закончим, так сразу же и там будем гулять. Так, девчоночки наши. Здесь есть девочки, которые ищут мамочек-папочек. Это куколочка Ириска. Ириса. Иди, моя Жайка, моя красавица, да, золотая девчоночка, да, сейчас погуляем, будем расчесываться, умываться. Так, девчоночка, вот эта рыжулечка, девочка Флора, померанский шпиц, вон такая пигалица, фигара тут, фигара там, я и тут, и там, вот такая девчонка вообще веселуха, открытая, девчоночка всех любит, всем рада, вообще замечательная девчоночка, красотулька. Так, за Миечку, маленькую красотульку сказала. Миечка, маленькая девочка. Так, а где наша еще? А, вон моя малышечка ходит. Мирандочка, Мирусенька, Мирочка, Мира девочка, Мира красоточка. Вот эта красоточка Мира, Миранда. Также в поиске мамочек-папочек, девочка маленькая-маленькая. Очень маленькая по весу, девчоночка, где-то 1,5 килограммчика, может быть, чуть-чуть больше. У Мирочки коротенькие лапки, она очень маленькая, прям компактненькая, такая сложена, прекрасно. Чего мы тут грыземся, деремся, девчоночки? Но у нее такая спиночка пошире. Я люблю таких собачек, которые вот пошире именно. Не тоненькие такие, а пошире спиночка. Ну, она такая ладненькая, как я говорю всегда. Вот. Вот она может быть от этого. Ну, по весу там может быть немножечко побольше. Вот. Ну, не больше 1,8 кг однозначно.
Ну, она уже постарше девочка. Вот такой вот красотулечкой, вот такой маленькой, аккуратненькой она и будет. Что мы там грызем? Очень красивая, кругленькая мордашечка, коротенькие лапки, очень длинный волос, как вы видите уже. Вот такие большие красивые глаза у нее. Ушечки стоят. А, вообще божественная девчоночка. Вот такой вот курносик. Девчоночка по характеру, ой, вообще золото. Такая нежная, такая прям ласковая. Так, так, так. Девочки, 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 да, девочки тоже у нас ругаются. Вот, ласковая по отношению к человеку. А если где-то кто-то там собачки ее обижают, она сразу так, ух, о, с пистолетом. А так, когда ее снимаешь, она прям такая вся нежная, не трогайте меня. А вот тут раз-раз, ух-ух, ух, я скажи, защитница. Да, я вот такая скажу. Да, вот такая девчоночка, красотулечка. Так, Ириска, Ирисочка, тоже девочка постарше. Она также в поиске мамочек, папочек. Так, ну что, перейдем к новости, к нашей замечательной новости. А новость касается вот этих тут девчоночек, ну потому что тут одни девочки. Ну а новость касается вот этой красотульки. Малышечки, дюймовочки, наша дюймовочка нашла свою семью. Ее мама выискала из всего мира, как увидела, и сказала, что сердце аж защемило. Наша девочка, дюймовочка, поедет жить в Грецию, в Афины. Еще пару денечков мы вот приготовления разные. И дюймовочка отправится к своей маме. Мамочка там ее уже прям очень ждет, прям уже аж вот готовится, прям так, что это очень приятно слышать. Наталья, осталось совсем немножко, и ваша малышечка, ваша доченька, как вы говорите, приедет к вам. Вот она пошла, пошла. Еще подышим нашим крымским воздухом и отправиться к вам. Вот такая прекрасная у нас новость. Вот так вот дюймовочка ждала, ждала самую лучшую маму. И я думаю, что она ее дождалась. Мамочка обещает, что наша девочка будет жить прекрасно, прекрасно. Ну, как и все, в принципе, наши детки, мы всем желаем очень хорошей жизни, долгой, прекрасной, счастливой, разносторонней, чтобы все у них было интересно, чтобы было вкусненько, сладенько. Ну и, конечно, чтобы они были любимые и прекрасные. Ну и долгой-долгой жизни мы желаем нашим деткам всегда, конечно же. Так что вот так, такая прекрасная новость наша. Очень я рада, очень пообщались с мамой Дюймовочки. Очень мне понравилось все. Спасибо, спасибо, что выбрали нас. Дюймовочка прекрасная девочка. Мы искали именно вот самую лучшую семью. Как и всем нашим деткам. Но Дюймовочка, она такая особенная девочка. Такая она интересная. Такая жайка. Красотулечка. Так, ну что, друзья, мой кофеек уже остыл. Девчонки уже, смотрю, кто-то и ложится, да? Не надо ложиться на пол, потому что холодно. Моника, Маняшенька, Маняш, давай, вставай, вставай, рыбка моя. Давай, вставай, вставай, пойдемте. Все, если вы уже погуляли, значит, давайте пойдем, да? Желатые мои. Мои девочки-красотулечки. Девочка, идем, дева, идем, моя зайка, пойдем, пойдем, моя хорошая, пойдем. Девочка наша, померанский шпиц, которая к нам приехала, взрослая. Вот так вот мы уже обросли, потому что она была совсем лысой были. Ну, были проблемки, да. Мы еще, конечно, конечно же, еще восстанавливаемся, еще питание, еще с глазочками боремся. Ну, в общем, мы восстанавливаемся, все хорошо. Да, вот такие наши девчоночки. Все у нас чудесно и прекрасно. Каждому найдется местечко. Так, ну что, девчоночки, идемте. Мирусенька,
Солнышко, ты бы там вот, наверное, не ходила, там, наверное, очень мокро. Мирусенька, пойдем, солнышко. Прекрасная девочка тоже, она мне очень нравится, такая красотулька. Нежный, нежный ребенок. Замечательная девочка. Флора, Флоруся, эта девчоночка такая, огонь, огонь, скажи. А я такая разносторонняя, я люблю всех, все, вот мне все весело, мне все нравится. Вообще такая неконфликтная, со всеми дружит. Ты прекрасный ребенок, просто прекрасный. Девочка мини, ну, крепенькая такая, можно, в принципе, с семью, с детьми, ну, не совсем прям очень маленькими, но, ну, если правильно воспитывать детей и объяснять, что собачка, с ней нужно быть поосторожней, вот, то, в принципе, как бы я не против. Да, вот такая любовь. Поздоровались, да? Мичка с мамой. Да, мама у нас масенькая очень. И доченька ее масенькая-масенькая. Такая красотулечка спокойная. Хотелось бы, наверное, ее все-таки в семью для более постарше людей. Ну, это я так предполагаю. Ну, потому что она побегает, поиграет. Конечно, с детьми поиграет, вопросов нет. Ну, мне кажется, вот кто постарше, у кого есть много-много времени свободного, вот она будет с удовольствием с ними. На прогулке, может быть, где-то на даче гулять или частный дом есть. Вот такая какая-то она спокойная, спокойная девочка. Нет в ней какой-то вот прям бешеной энергии вот такой. Но поиграться, вот, пожалуйста, да, поиграется она, конечно, однозначно. Все там такое. Вот так, вот так. Возможно, я ошибаюсь, и в новом доме она, ну, по-другому себя проявит. Ну, девчоночка, просто она поспокойнее такая, степенная. Если вот Флорочка фигара тут, фигара там, то тут видно, что посидеть дома и просто походить на поводочке спокойно она не сможет. Ей больше надо вот энергии, такое движение, такая она открытая девчоночка. Ну, она, конечно, и помладше. Вот, а Димовочка, красавица, Димовочка, зайчик. И красотулечка наша Ирисочка. Ириса, красотулька. Тоже девочка маленькая. Тоже в весе где-то кило 600, кило 700, наверное, где-то вот так вот. Но это весь вес ее. Ирисочка, Ирисуль, Ирис, Ирис, солнышко, иди сюда. Ирисочка. Так, все, дорогие друзья, девчонки уже ложатся на пол, мне это все не нравится, еще холодно, поэтому я с вами заканчиваю на этот час, пью кофеек и за работу. Там ждут уже мальчишки нас тоже выпускать, где-то кого-то нужно умыть здесь. Все, всем пока, до новых встреч, вон взяла и побежала. Пока-пока, ребятушки.